транспорта является зоной повышенной опасности. Находясь на территории железнодорожного вокзала, на пассажирских платформах, в поездах, рядом с железнодорожными путями и при переходе через них, строго соблюдайте правила безопасности. Не подвергайте свою жизнь опасности. При проезде и переходе через железнодорожные пути пользуйтесь установленными пешеходными переходами, переездами, путепроводами, тоннелями, мостами. При переходе через железнодорожные пути в местах перехода убедитесь в отсутствии подвижного состава. Будьте внимательны и осторожны. Берегите свою жизнь.
Следующая остановка 1083 километр. Thank you.